we try to coach it, even if we're in a, you know, group setting. Usually we bring people in smaller groups so we can coach them, but definitely everybody has different needs with different athletes, different people, and we try to adjust the program accordingly. Now we have a lot of new guys, so we're going to need some time to adjust it, but the whole idea is everybody get rolling. Well, you know, Andre is one of these kids that constantly works. He's putting in the work, and that's the most important thing because success is up to the athlete. We're just, the English word is facilitator. We're helping them. We're just trying to give them our knowledge, but they have to put in the work, and Andre's putting in the work the last 2 years that he's with us. He's working in the summer, he's working in the winter, and I think that's why he's improving, you know. Ну, до финала ВТБ мы с Костасом сели и с Пал Санычем, тренером по физподготовке, и начали обсуждать программу, как я буду работать летом. Я через 3 дня после финала поехал в Сызрань работать с Василием Прокофьевым, там же по программе Костаса, он баскетбольный, там еще свои что-то на корт давал, упражнения. Там потренировался, и потом мне пришел вызов в сборную, сначала просмотровый сбор, вот 3 дня был, потом я этот сбор прошел. И все, и потом пошел тренироваться с основной сборной. Плюс еще дополнительное питание мне помогло, да. Мне составили программу, что и как употреблять, тоже помогло. В силе прибавил я, это видно во всех упражнениях. То, что вот Косос мне давал, вот, в каждом упражнении где-то я прибавил там какой-то вес разный. Свой личный вес, да, прибавил килограмм на 3. И в баскетбольном плане я вот то, что занимался, я новые движения для себя открыл. Ну, честно, вот против своего возраста мне стало полегче играть, и я чувствую то, что я уже подхожу ко взрослому баскетболу уже больше в плане тела. Мне стало легче защищаться под кольцом. Вот на товарищеской игре против «Восток-65» я даже успел это проверить в игре уже. Вот сейчас посмотрим, как здесь будут игры проходить.